Всем привет, друзья, с вами Терминатор, топ-геймер мира. Мы с вами продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. И смотрите, короче, что я там бесплатно в магазине взял. И немножечко были у меня кредиты. Они, короче, заработались сами. И я купил вот такого коня. Микенский скакун. Давайте в нем побегаем. Потом... купил вот это дерьмо, микенские наручи. Там какой-то я, короче, комплект микенский купил. Думал, что-то нормально, это дерьмо. Вроде за бесплатно его взял. Или там он 5 стоил, или 10, короче, кредитов. Но это не важно, это дерьмо. Всякие тут булавы. Это даже сломать нельзя, прикаляйте. Нахер они мне нужны, только место занимать будут. Но самое прикольное... это вот что. Последняя переправа. У меня теперь вот такой корабль будет. И также тема для корабля. Разбойники, спартанцы. У меня где-то еще афинцы были, но они куда-то делись. А здесь вот ассасины-мужчины. И миджаи. Че мы оденем? Миджаи? Давайте миджаи оденем. Это моя тема для команды. Там, в принципе, можно было Баека взять, чтобы сюда его засунуть. Только вместо кого? Надо кого-то сначала убрать. А у меня там уже, он 40 там кредитов стоит, а у меня вроде 10 всего осталось. Но мы какое-нибудь достижение выполним в этой игре и еще получим. А где наемники? Почему это черное стало? Не понял. Это типа после того, то, что они добавили какого-то нового эпического наемника. А, я еще вот эти бесплатные материальчики взял. Они там бесплатно были. Вот здесь они, да, находятся, наверное. Или мне их уже прибавили? Сколько у меня вообще всего было? Таблички, как и были. Эти три штуки у меня было. А где, короче... собственно говоря, вот эти вот... ладно, хрен с ними, давайте выполнять задание. Сейчас мы отправляемся на остров Киос, где нам надо найти Ксению. Я уже 32 уровень. Мы в прошлый раз с вами выполняли задание на Делосе у Сократа и у одной женщины. Но у женщины надо было убить вот здесь медведя. А медведя я уже заранее убил, и она мне как бы... сказала, молодец, топ-геймер мира, можешь ничего не делать. Ну, я ничего не сделал, просто так задание, можно сказать, сдал. Встретьтесь с Ксенией на острове Киос. Вот оно, наше задание. Остров невезения, 30 уровень. Я не вижу тут солдат. Одни пираты. Похоже, они правят островом. Тут, кстати, в этом месте... оно для меня враждебное. Где у нас находится Ксения? Ксения, Ксения, ты где? Тихо, вниз, 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 вниз. О-о-о-о-о-о! Вот сюда. Вот она. Нашлась. Давайте только мы, короче, задание выделим. Вот оно. Наше с вами задание. Вот так оно прямо здесь.
Я вот здесь могу зайти? Прошу пощады! Так, значит, пощады? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем в Аттику и самих продаем в рабство. Увести его отсюда. Я думал, вы работорговцы. А ты кто? Я Алексиус. Ну, Алексиус, нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Я надеялся встретить великого пирата Ксению. Льстишь ты умело. Но зачем я тебе понадобилась? Хочу заключить сделку. Почему я должна доверять тому, кто пробрался сюда тайком? Я искал встречи лицом к лицу. Твои пираты вряд ли позволили бы мне это сделать. Говори. Я ищу женщину. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Алексиус. У нее на руке родинки в форме созвездия Орла. Вот это уже интереснее. И кто же эта женщина? Она моя мать. Я не видел ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. Аспасия направила меня к тебе. Аспасия? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Ты явно не обеднеешь. Пятнадцать косарей? Почему цена столь высока? Под моей защитой город и его жители. Я не хочу воевать и сделаю все, чтобы война не настигла нас. Вот, это тебе. Ничто так не услаждает слух, как звон монет. Теперь говори, когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись. Пора отплывать. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь? Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Она была пиратом? Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле. С тех пор я о ней ничего не слышала. Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море. Давно. Она дала мне надежду. Я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Спасибо. Я... Запомни, важно не место, а люди.
Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. Феникс. Наверняка кто-то знает это имя. О, крутяк. Целых два задания, нихера опыта дали. Кстати, здесь у нас, походу, появилось задание, да, на Киосе? Аж целых два задания, нихера себе. Исчезнувшая краска. Мы не воры, даже три задания. И под пиратским флагом. А меня там бить не будут случайно? Ну чё, выполним какое-нибудь задание? Мы здесь для этого и собрались. Я надеюсь, меня не будут здесь бить. А то я когда приходил, меня тут били. Погоди-ка, у меня все деньги кончились. Ого, у меня 1700 осталось. Нихера. Ну, начнем с этого задания. Посмотрим, что оно у себя представляет. Можешь себе представить? Вроде она не настолько глупа. Ты знаешь, в чем дело. Жаль только, что груз теперь плавает в море. Ха, знаю Гатарзиса, лежит на дне. Забрать торговый корабль, дойти до Тиры и обратно, что тут сложного? Ксении Охра пригодилось бы. Лишние деньги не помешают в борьбе с... Можем чем-нибудь помочь? Да, вы говорили о грузе. Ничего мы не говорили. Да и не твое это дело. Говорили. Я хочу знать больше. А мне плевать, что ты хочешь. Лучше бы вам рассказать мне об этом грузе. Ничего не скажем. Даже не думай. Мы под покровительством Ксении, как и все здесь. Давай, иди отсюда. Думаю, это стоит того. Они сказали, что корабль шел к Тире. А где у нас находится Тира? Я, блин, вообще не знаю. Давайте-ка мы выделим задание. Исчезнувшая краска. Нихера! Типа мне надо корабль украсть, что ли? Так я пока до туда доплыву, охерею. Где мой корабль вообще? Кстати, реально, а где мой корабль? А, вот он, мой корабль. Не, ну здесь по-любому надо идти лучше сюда, наверное. А, вот же есть пристань. Вот, кстати, с этой пристани мы и пойдем. Кстати, а здесь у нас что за задание? Награда за афинского солдата. Форекс непобедимый, хуже волков. Кстати, вот мне надо его убить. Погоди-ка, это вроде новый наемник, который появился в этом. Ну, только что я вот в игру заходил, и мне написали то, что появился новый наемник. Можно его как-то будет уработать. Он 32 уровень. Так, ну ладно, мне надо сначала идти на пристань. Здесь мы вызовем мой кораблик и отправимся туда. Куда нам покажет значок на карте. Кстати, я еще вот так вот через пристань Адрестию ни разу не вызывал.
Давай утро лучше подождем. Надеюсь, никуда не денется. Наше задание. Вы это видите, какой у меня корабль теперь крутой? Гребцы, по местам! Ну что, поплыли? Капитан! Мы плывем туда. 1800 метров до цели. Воу! Так держать! Вон там! Это может нам пригодиться! Это опять древесина оливы. Вперед! Да ради! Живей! Капитан, гребцам нужен отдых! Кстати, мы уже почти доплыли, грубо говоря. Видали, какой корабль у меня теперь крутой? Это просто чума, а не корабль. Никто теперь меня не одолеет. Особенно, когда я его на максимум прокачаю. Там вообще все пернут против меня сражаться. Аккуратней. ДТП не надо делать. Это что за остров? Тут тоже задание, что ли, есть? Кстати, реально. Кто нашел, берет себе. Вот следы крушения, а вот и охра. Кстати, тут сундучок есть. Весла в воду! С нашего корабля мы отправляемся сюда, в море. Погоди, мне этот корабль надо чё? Под водой кое-что найти? А там кто-нибудь, кто-нибудь плавает? Может, акулы? Или осьминоги? Тут вон тоже задание, надо его как-то будет тоже выполнить. Охра. О, так это то, что мне надо. Нет, надо куда-то вот сюда смотреть. Астракон. Эти астраконы меня уже заколебали. Кстати, а вот тут я могу взять? Нет, не могу. А на корабле самом? Вот здесь под водой ничего случайно нету? Отлично, есть. Аж целых 3 сундука. О, здесь акулы, значит, есть. Ты чё, гниль?
А для чего мне нужна эта охра? Я же ее никому не должен, кстати, ей как бы подарить. Кто там, акула опять? Дура эта навозная. Я успею? И на поверхность. Отлично. Вон она, 30 уровня, акула вонючая. Да почему этот дурачок не может найти? Какого хрена там пещера делает вообще? Вот еще два сундука. Погоди-ка, может я эту акулу как-нибудь могу убить просто и все? Я думаю, этих двух сундуков хватит, чтобы выполнить данное задание. Пошла нахер от меня, проститутка. Отлично. Миссия «Исчезнувшая краска» выполнена. Уже, кстати, почти 33 уровень. Тут в этой пещере ни хера не видно вообще. А в этой пещере что надо найти? Так Астракон же наверху там вообще. Я его только что видел. А хотя нет, он внизу. Сейчас тогда найдем сундук. Ух ты, это кто там? Готарзес. Ну-ка, пошли проверим. Ой, здесь чувак сдох. Видимо, как раз с этого корабля. Давай-ка посмотрим, что это у нас тут за задание. Если что, можно его тоже выполнить будет. Надо еще ту пещеру обыскать. Они меня не будут бить? Каждый раз одно и то же. Да, я знаю, как все это выглядит. Плохо дело. Нам теперь не уплыть. Я не в ответе за скалы. Ты капитан. Ты в ответе за крушение. Это ты! Корабль. Простой торговый корабль. Ты пустил его ко дну, а наш разбил о скалы. Мы недалеко от Келса. Нас найдут, это точно. Акулы найдут тебя прежде. Стойте! Не вмешивайся! Сейчас капитан получит по заслугам. Что он сделал? Ничего хорошего. О, неужто он обидел вас, бедных пиратов? Не надо было связываться с этим малакой. В кои-то веки получили работу от Ксения, а он все испортил. Как вы оказались на острове? Я все расскажу. Я капитан. Мы вдоволь тебя наслушались. Я хочу выслушать капитана. Ну так вот, мы участвовали в морском сражении и выиграли. Все благодаря мне. Но я не заметил, что рядом скалы. Так бывает. Может, поможете нам вернуться в Келс? Он ваш капитан! У капитана должен быть корабль. А он свой корабль прохлопал.
Если поможешь вернуться в Кеос, я щедро заплачу. Отойди. Прочь с дороги! Капитан Гатарзис возвращается на Кеос. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Он слишком долго морочил нам голову. Нет, живым он отсюда не уйдет. Спрячься за мою спину. О, боги! Вы чё, скотины, а? А чё, были 9 уровни, уже, короче, 1-30 стал. Ты хоть понял, что ты сделал, мужик? Кому вызов бросил? Да мне похеру на тебя. Ты живой, нихера ты здоровяк, конечно. Ну и битва, да? Спасибо тебе. А теперь отвези меня на Кеос, и ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Ты же не хочешь повторить их участь? Что ж, тогда вернемся на мой корабль. Итак, у нас опять новое задание, где нам надо вернуть капитана. Но вначале, конечно, я... Короче, надо в пещеру сходить. Взять там сундук и остракон. Остракон и сундук, они в одном месте, короче, грубо говоря, находятся. Подожди-ка, стой, не так. Я их вот так вот отмечу, чтобы мне было куда плыть. Давай, погнали, заберем, короче, вот эти вещи. И поплывем обратно на Кеос. Акулу бы отсюда тоже уработать. О, попал, нихера. У меня только такие стрелы остались. Чё, не попал? Ща нахер ты у меня дождешься, акула. Пиндосная. Задолбала нахер. О, отлично. Где там пещера была, я ее потерял. Где-то же тут вроде была пещера, да? А, может, вот сюда надо плыть? Ну-ка, давай наверх. Где вход-то в пещеру? Что-то я его потерял, не могу найти. Сюда, вон туда. Ну-ка, давай вот так я поставлю. Вон вообще куда плыть надо, нихера. Мы сейчас возле пещеры, короче, доплывем. И... Капец, тут корабль разбился. А куда опять пропала метка-то, ёкарная? Бесит меня. 32 метра.
Дурацкий вход. Я его найти не мог. Ни хрена не видно, куда плыть вообще. Но вроде я плыву. Давай, открывай сундук-то. Ботинки путешественника довольно неплохо. Высокое положение. Если вернешься на остров Киос, найди брата мраморного льва. Он гордо стоит у убежища Аполлона. Ты найдешь меня у него на спине. Убежище Аполлона? Можно будет посмотреть. Погоди, я знаю, где это. Сейчас только я утону, походу. А где мой корабль? Уже уплыл, походу, да, без меня? Эй, что он там делает-то вообще? Как я счастлив вернуться на Кеос. Что ты с нами, капитан? Конечно, Ксения разозлится, что я не достал Охру, но я это переживу. Почему Охра так важна? Что ты за пират такой? Она дорогая, почти как золото. А мне надо эту Охру кому-то отдать? Или мне ничего не надо? Давай поплыли. Вперед! Гребцы, ну! Сделаем как по реальности, не будем телепортироваться никуда. Доплывем на корабле. Капитан. Но все-таки меня вот эти задания у Димасфена просто бесили конкретно. Хорошо то, что они кончились. Конченные задания. Погоди-ка, стой. Затонувший Минойский дворец. Ну-ка, давай, пока я здесь заберу сокровища по бырику. Стоять, 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 тормози, тормози. По пути заберем сокровища, чтобы уже потом не возвращаться сюда. Это будет здорово. Заодно посмотрим на этот затонувший дворец. Там два сундука, мне же один надо забрать. Легче! Капитан покинул вахту! Почему два сундука? Обычно вот в таких вот местах всегда бывают эти. Иди нахер! Для команды, короче, вещи. Типа вид для команды. Мне надо где-то дырочку найти. Как туда пройти? Какой нахер ключ? Я сейчас утону реально уже. А как мне вон тот сундук взять? Да ёкарно, ну куда я плыву? Пошла нахер акула! Фух, я живой. Чё, твари, нихера их там.
Я вас всех нахер изуродую, твари, вы на кого? Свой рот подняли. Зубы свои вонючие. В течение 30 секунд нихера. Достижение выполнилось. Так, погоди-ка, а там еще вон одна. Живая плавает. Козлина. Возможно, кстати, второй сундук, вот этот. В нем есть ключ, я так думаю. Вот только как его взять, что-то я хер знает вообще. Пошла нахер! Проституточная акула. Золотое копье. Охереть, а где мне ключ тогда взять? Область-то я исследовал, а вот ключа не могу найти. Может, где-то на острове Миконос тогда? Или где-нибудь здесь? Ой, Миконос, Киос, и мы ж на Киосе. Да тут никакого ключа в помине нету. Может, кстати, по заданиям тогда я, если пройду, то найду ключ? Ну, главную область исследовали, но к сундуку я вернусь. Простите за задержку, мужики. Куда полез? Хорошо, хоть этого Геродота нету. Вперед! А то он мне постоянно мешает. За штурвал становиться. Которого, кстати, у меня нету. Капитан, грибцы не могут быстрее! Живей! Если это задание я выполню, то я стану 33-м уровнем. Курс в открытое море! Готовьтесь! По сути, задание вообще легкое. Можно даже сейчас будет забрать эту гравировочку. Убежище Аполлона, лев там наверху находится, там еще точка есть. И вот, видимо, на спине есть гравировочка, которую мы сейчас тоже заберем. Почему я не могу сделать полный ход? Наш гость! Мои друзья! После симпосия все хотят со мной познакомиться. Не стоило мне возвращаться в море. Ему там фигово, у него это... Водная болезнь. Как она называть, когда там все блюют? Морская болезнь. О, Геродот появился. Плыть-то еще далеко. Кстати, мы уже почти приплыли, это хорошо. Скорей! Вперед! Тише! Готовьтесь к швартовке! Отлично! Приплыли! Гатарзис! Я ожидал другого. Гатарзис, я думала, ты погиб. Где твой корабль? Всему виной коварные скалы. О, в тех водах с кораблем справится даже коза. Просто он скверный мореход. Малака!
Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы не Мистий, он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь награду. Семья превыше всего. Мне не нужна награда. Нет, я в долгу перед тобой. Твой доспех, Гатарзис. Отдай его. Но это доспех отца. Он мой по праву. Живо! Его доспех? Теперь в достойных руках. Ну и нахрен мне этот доспех. А, блин, не хватило. Доспех Гатарзиса. Вот, смотрите-ка. А вот здесь у нас... пещера Ареса. Вот, лежащий лев есть. Это Акрополь. Я вот только здесь вот этого льва знаю. И у него на спине, по идее... убежище Аполлона. Ты найдешь меня у него на спине. Хрен знает, тут где убежище Аполлона-то? Погоди, вот убежище Аполлона. Вот лежащий лев. Ну да, все верно. Давайте посмотрим наше снаряжение, что нам дали. Дерьмо это мне дали, блин, нахер я его сломать вообще хочу. Ого, топорчик. О, это довольно неплохое копье. И мне еще дали доспех капитана. Ладно, я его тоже оставлю, как и доспех Демосфена. Мало ли. Ботинки путешественника. До свидания. Пиратские ботинки тоже до свидания. Ну и вот такое вот у нас получилось задание. Мы вернулись на Кеос. Поговорили, собственно говоря, с Ксенией. Она нам рассказала некоторые вещи. Что наша мама, Мирин, была у нее в команде. Эти два задания мы выполним уже в следующий раз. Так что подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу. Всем счастливого пути и до новых встреч, господа.